доезжаешь, я как поступать должен? Не, я думаю, сюда, это обратно. Здесь я бегаю. Да. До поворота и обратно. 2.5 километра получается. Сейчас вот с левой стороны, смотри, как бы два русла реки. По одной сильно вода текет, а по второму нет. О, видишь, как вот это здесь пустили. Надо сфоткать это. Я фотографировал уже. У тебя есть? Да. Вот здесь можно покидать, да? Ну, я вот здесь кидал, да. Вот это если... спрос, да, вот да, это вот это настоящий. Если бы пешком пошли, нам будут по этой речке туда вдоль надо было идти. Так мы можем здесь спуститься и пить, давай. Не, вот давай сейчас проедем, посмотрим на машине. Езжай до конца. Бегала, но вот по этой дороге туда доходил, добегал до озера, там, говорит, красиво тоже. Прямо? Налево. Вот здесь лыжный стадион у них начинается, видишь, там здоровье. Здесь я не раз наблюдал, что с купища машин люди останавливаются, или грибы здесь ищут, или не знаю, что здесь. Ну, походу грибы, потому что лица. Че, пойдем что ли? Зайдем? Тут же близко. Вдоль речки. Машину останавливаем, оставляем. А что делать? Тут мост через речку, да. Сейчас. Ух ты, поезд идет. Да я на удочку. На поплавок. На удочку, блин. Блокпост мило. Вот она, это ГРЭС, блин. Или ГЭС, как она, гидроэлектростанция. ГЭС, до которой хотели весной река дойти. Река. Там заборы. Да. Вот я тебе говорил, вот мы по тому мосту проехали. Ну да. И я предлагал, что по этой речке идти, блин. И мы бы уперлись вот в это здание. Вот она, ГЭС это, да? Так нам надо, наверное, по той дороге, которую мы увидели. Наверное, по той идти. Вот это. Саня говорил, что это нам надо обойти. Но нам надо обойти с той стороны, а не с этой. Это мы не обойдем, да? Но на косу нам выйти надо с той стороны. Да, да. Так
Я здесь первый раз. А он мне мужик какой-то рассказывал, он будка стоит. Какая-то. Это со времен Великой Отечественной войны. Для охранников. Мост охраняли. Вот этот мост? Или вот этот? Да. Ну, это железнодорожный. То есть там солдаты сидели. И вот здесь как бы вот эти хариусы плечутся. Мне кажется, вот. Здесь. Так я тоже думал. Я говорю, там же сбрасывают, какая здесь рыба. Нет, ловят. Нормально. Вот такая газ. А? Большая? А рыба, не знаешь, она раз через газ проходит. Наверное, проходит, да. Она же сбрасывает, да? Там же турбины какие-то стоят. Отсюда город питается электричеством, обеспечивается. Ну, в принципе, мы и должны, да, по-моему, выйти там, в этот за перешейк или за шейк. Это плотина, которую мы видели весной, доходили до нее, и нас через нее не пустили. Сейчас мы находимся на противоположном берегу. И через эту плотину сейчас происходит сброс. Вода идет не по основному руслу, а через дороги, через леса. На этом канале запрещено рыбалка. Сейчас мы идем на косу и планируем покидать удочки. Платим. Там глубоко? Да. Плотина. На противоположном берегу. Поселок Зашеек. На канале кидали, ничего не получилось. Сейчас вот запруда какая-то. Здесь попробуем покидать. Первая рыба в полярных зорях, поймана на рыбалке. То есть ходил уже 3 или 4 раза. Вот с Володей пришли на блесну, первому окунь. Это место рыбалки за ГЭСом, коса. Ну, как бы не рядом с полярными зорями, но
В общем, я вчера хоть такой маленький, но супер рыбки. Эти сухие. Да их ты же набрал сухие. Вроде сухие, а горят плохо. Что, речка, вода? Что, думаешь, можешь здесь покидать еще? Думаешь, что будет? Да я... Короче, ты вот так поднимаешь, да, вот так, и хуя. Ну, да, пальцем. А я сбоку закидываю. Здесь, который находится рядом с ГЭСом, с плотиной, длина ее протяженность несколько километров. Что говоришь? Нет. Здесь рогатулина стоят. Рогатулина он стоит, на поплавок ловили, видим. Я не хочу. Я поплавок с собой не взял.